волны-убийцы. Откуда берутся гигантские волны-одиночки, способные переламывать целые суда? На протяжении веков бывалые морские волки пугали своих слушателей жуткими рассказами о громадных волнах-убийцах высотой с гору. Но лишь сравнительно недавно океанологи и геофизики стали относиться к этим рассказам серьезно и пытаться понять, откуда берутся эти монстры и как от них уберечься. На помощь пришли математика и непрерывный космический мониторинг океана. Волны-убийцы – гигантские одиночные волны, возникающие в океане, высотой 20-30 метров, а иногда и больше, обладающие нехарактерным для морских волн поведением. Волны-убийцы представляют самую непосредственную опасность для судов и морских сооружений. Корпус судна, встретившегося с такой волной, может не выдержать громадного давления обрушившейся на него воды, и судно затонет за считанные минуты. Важное обстоятельство, которое позволяет выделить феномен волн-убийц в отдельную научную и практическую тему и отделить от других явлений, связанных с волнами аномально большой амплитуды, например, цунами, внезапность их появления. Хотя единой причины для волн-убийц, по-видимому, нет, но нелинейная динамика поверхностных волн на воде является одной из характерных причин формирования волн-убийц в океане. Долгое время блуждающие волны считались вымыслом, так как они не укладывались ни в одну существовавшую на то время математическую модель возникновения и поведения морских волн, а также не находилось достаточного количества достоверных свидетельств. Однако 1 января 1995 года на нефтяной платформе Драпнер в Северном море у побережья Норвегии была впервые приборно зафиксирована волна высотой в 25,6 метра, названная волной Драпнера. Эти данные были получены при помощи установленного на платформе высокоточного лазерного измерителя, что поневоле привлекло к сенсации внимание не только масс-медиа, но и ученых. В результате последующие четверть века стали периодом усиленного изучения природы бродячих волн, необходимых для их возникновения условий, а также возможностей для надежного прогнозирования их появления. Дальнейшие исследования в рамках проекта MaxWave – максимальная волна, который предусматривал мониторинг поверхности Мирового океана с помощью радарных спутников ИРС-1 и ИРС-2 Европейского космического агентства ESA, зафиксировали за 3 недели по всему земному шару более 10 одиночных гигантских волн, высота которых превышала 25 метров. Эти исследования заставляют по-новому рассмотреть причины гибели за прошлые 2 десятилетия судов такого размера, как контейнеровозы и супертанкеры, включив в число возможных причин и волны-убийцы. По мнению специалистов ESA, именно бродячие волны стали причинами гибели почти 200 крупных танкеров и контейнеровозов, которые бесследно пропали в море за последние 20 лет. Казалось бы, при такой серьезной концентрации сил, средств и современных технологий, большинство тайн волн-убийц должно быть уже разгадано, однако ответов меньше, чем вопросов. Прежде всего, оказалось, что существует сразу несколько видов подобных волн. Первый – классическая одиночная волна, которая неожиданно возникает даже в относительно спокойном море, наносит удар и столь же стремительно исчезает. Второй – три последовательных гигантских волны, так называемые три сестры, средняя из которых обладает наибольшей высотой. Наконец, одиночные волны-монстры могут возникать и в течение 1-3 суток после завершения жестоких штормов. Кстати, не меньшую опасность представляют и дыры в океане, необычайно глубокие впадины между двумя волнами средней величины. Провалившись в подобную дыру носом или кормой, судно может зарыться в толщу воды и мгновенно затонуть, а оказавшись своими оконечностями одновременно на двух соседних гребнях, разломиться надвое. О глубине подобной морской ямы можно судить по случаю, произошедшему с английским легким крейсером «Бермунхем», который угодил в нее осенью 1944 в Тихом океане, на верхнем мостике боевого корабля, 18 метров над уровнем моря. Воды набралось по колено. Итак, ученые вслед за моряками убедились в том, что волны-убийцы и провалы-убийцы действительно существуют.
Их объединяющими признаками являются значительные размеры от подошвы до гребня, 15-35 метров, сильный гул в момент появления, высокая скорость перемещения, 80-100 км в час, а также малый срок жизни, от 20-40 секунд до 1-2 минут. Что же касается остальных их свойств, то здесь остаются вопросы, на которые специалисты пока так и не смогли дать однозначных ответов. Как же возникают бродячие волны? Одна из основных версий – столкновение поверхностных потоков постоянных морских течений со встречным ветровым волнением. Подобное явление обычно наблюдается там, где встречаются океаны, у мысов Горн и Доброй Надежды. Не случайно блуждающие волны часто называют еще и кейпроллерами, от английского «каперолер» – огибающие мыс. Районы встречи холодных и теплых течений также попадают в зону риска, так что вероятность встречи с волной-убийцей представляется достаточно высокой у полуострова Лабрадор на подходах к Гвинейскому заливу, к востоку от Японии и у юго-восточного побережья Австралии. Однако при знакомстве с чокнутой волной подобный хэппи-энд представляется скорее исключением из правил. Например, в феврале 2017-го 60-футовый Клайд Челленджер в 220 милях от Азорских островов лишился мачты и был залит водой почти по срез верхней палубы. Четыре члена экипажа были смыты за борт и пережили несколько малоприятных минут, прежде чем их удалось втянуть обратно. Потом 14 человек на полузатопленной лодке долгие 20 часов дожидались, пока к ним на помощь пробьется сквозь шторм британский эсминец. А в апреле 2012-го неподалеку от бухты Сан-Франциско гигантская волна обрушилась на 38-футовую Low Speed Chase. Результат – один человек погиб на месте, еще четверо были смыты за борт и пропали без вести. У этого загадочного явления множество эпитетов и имен. Блуждающая белая, разбойничья, чокнутая волна, волна-монстр. А остроумные французы называют ее просто дурной шуткой. Только вот смеяться особо не приходится. Встреча с такой волной грозит смертельной опасностью как сравнительно небольшим яхтам, так и самым современным непотопляемым контейнеровозам или супертанкерам. Последние наблюдения ученых доказывают, что волны-гиганты не такая уж редкость, и их существование следует учитывать при проектировании судов. В университете Глазго составлен каталог недавних морских катастроф, вызванных волнами-убийцами. Из 60 сверхкрупных судов, затонувших в период с 1969 по 1994 год, 22 грузовых судна длиной более 200 метров стали жертвами гигантских волн. Они проламывали главный грузовой люк и затапливали главный трюм. В этих кораблекрушениях погибло 542 человека. В большой опасности оказываются и нефтяники, так как добыча постепенно перемещается на океанский шельф. А при проектировании нынешних морских платформ и плавучих буровых существование гигантских волн-убийц явно не бралось в расчет.